Это был ее большой день. Это был большой день для всей семьи. Присутствовали все. Она была такая красивая и выглядела удивительно красиво. Сейчас моя дочь в больнице и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Я не могу. Я не хочу этому верить. Мы думали, что этого с нами не случится. Собственно говоря, я была уже тогда не уверена. Но все было спланировано и оплачено. Все гости были уже приглашены. Что сказали бы люди, если бы мы отказались? И вообще-то, мы же пригласили только самых близких. Мы не совсем серьезно восприняли корону. Болезнь началась спустя несколько дней после свадьбы. Сейчас она лежит здесь и нуждается в помощи для дыхания. Это кошмар. До сегодня 60 приглашенных гостей прошли тестирование с позитивным результатом. Я не знаю, сколько из них выживут. Я так переживаю. Мы думали, что мы в безопасности. Мы этого недооценивали. Вирус сильный. Даже если вакцина может нас защитить, впереди еще долгий путь. Я хочу, чтобы моя дочь снова могла со мной говорить. Я хотела ей так много сказать. Ей всего 26 лет. Она почти закончила учебу и хотела так много достичь в жизни. А теперь мы не должны были этого делать. Нам нужно было быть ответственными. Если бы я тогда могла, я бы все вернула обратно. Но уже слишком поздно. Пожалуйста, будьте бдительны. Защитите себя и защитите других. Этот вирус атакует всех нас, невзирая ни на что.